Всем привет! С вами Ирина. Я думаю, что многие из вас уже догадались, о чем будет это видео. Я нашла очень классную фотографию, которая мне безумно понравилась, как вот эта вот орхидеюшка посажена вот в такой вот стеклянный горшочек, в мох, и сколько там красивых зеленых листиков. Поэтому я хочу вот эту орхидейку пересадить в мох. Я его уже замочила, отжала, и единственное, что я сделаю немножечко такое вот, как словно углубление, и эту орхидейку я хочу аккуратненько достать и с ее же мхом вот так ее сюда и переставить. Так, и будем с вами наблюдать, что же у меня получится. Вы видите, этот мох мокрый вокруг. Ага, тут отсвечивается от окошка, поэтому плохо видно. Вот этот уже мох сухой, даже несмотря на то, что я вчера опрыскивала. Сегодня этот мох у нас уже высох. Так что в таком количестве мха, я думаю, что растение точно уже не высохнет. Ну и будем наблюдать. Тут влажность будет. Соответственно, растению должно быть более комфортней, и, возможно, даже эта кроха распрямит свои листики, потому что вы видите, как листики у нас позакручивались. Я думаю, что это все-таки от того, что не хватает растению влаги, потому что это растение все-таки влаголюбивое. Так что будем наблюдать за вот этим растением, как же оно будет расти в этом горшке. Так что пригодился мой стеклянный горшочек. У меня их было три. К сожалению, два пострадали. И остался всего-навсего один. Ну и я вот нашла ему вот такое вот применение. Так что будем теперь с вами наблюдать за вот этим растением, как ему растется вот в этом вот горшочке среди такого большого количества мха. Ну, будем наблюдать. Я вам обязательно буду показывать, что у нас происходит, какие изменения и так дальше. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока-пока!